Замечательно. Гениально играла сумасшедшая. Как Гайдар Алиевич гениально играл, если кто-то при нем рассказывал, не дай бог, антисоветский анекдот, он не слышит и все. Или если ему очень хотелось, чтобы кто-то повторил, я ему однажды сказал: Гайдар Алиевич, вы мастер власти. Ильхам, слушай, как ты выразился? Он все помнил, все слышал. Но ему очень хотелось еще раз услышать. Андрей, я прилетел в Москву с визитом. Идет дождь, смотрю, в окно стоит Немцов в белом костюме, он был вице-премьер первый, и в сандалиях, встречает меня. Ну, подходим мы, говорим, все, меня провожают в это здание. Стою я, генеральный прокурор, сейчас уже надо ехать. Вдруг подходит Немцов, говорит: Гайдар Алиевич, у нас в Москве на улице Тверской сейчас такое количество продажных женщин. Андрей, я сделал вид, что я не слышу, а он подумал, что я глухой. Смотрю, снова идет, стою я, генеральный прокурор, он снова говорит: Гайдар Алиевич, продажная женщина. Андрей, когда он пришел в третий раз, я не выдержал. Я сказал: Борис Ефимович, это же ваши женщины, это не мои женщины. Что вы мне все время про них говорите? Это было особое искусство, паузы, иронии. Господи, боже мой, но это были другие люди. На моих глазах.